Ну что, Андрей Леонидович, чем кормим? Кормим чем? Ну, всем, чем от них их делать, что в рот можно положить. В данный момент у нас там манка, да, используется. Она такая уже тут у нас подсохшая слегка. Это не имеет никакого значения. Причем, короче, вот мы садили, поехали. Третий раз. Закинула меня. Закинула, скорее, не вот. Нет, вот не туда закинулся. Хорошо, так поклевывается. Вот, пожалуйста. Карась мирный. Больше здесь не бывает. Противно. Ну ты покажи, какие они там. Ну, я же снимал их. Ты снимал их уже? Угу. Ну, такие вот карасики вчера нам попали. С ладошку размером, наверное, да? И вот один росанчик. Ну, тут не один, один еще не почищенный. Отлежал. Всю ночь отлежал в холодильнике, живой. В закрытом целлофановом пакете. Ну, что ж ты его так? Это как это называется-то? Бас. Russian Bass. Ротан головешка. Нет, это прям бас натуральный. Какой-то это окунь. Американский окунь, только очень маленький. Так, в принципе, они, наверное, такие же точно. Окунь. Окунь. Рукой там закрывал. Как это они его держат? Они его держат вот так вот обычно. Американского большеротого окуня, когда ловят, раскрой. Раскрой. Вот так Тума. Они. Вот так они его держат, знаешь, когда вынимают. Ну просто, правда, там они такие по колено должны быть, понимаешь? Ну а здесь вот. Стоматолог ты наш, раскрой. Да, вот так вот они, да. Его вынимают. Зубы-то у него, знаешь, какие там вообще на самом деле? Ну да, я ему в пасть заеду. Хищник, да, смотри. Ну как, раздулся-то как, смотри. Бедняга. Слушай, может, пусть живой останется, угу. А? Захаров же не голодный. Да, выпусти ему в сажалку его. Он будет тебе очень благодарен. Зубы там вот здесь тут такие. Нет, так не хватает тут все равно. А если этот нажать, как его? Макросъемку? Да. Она, наверное, вряд ли включится. Включился? Ишь ты! Ух ты! Ишь ты! Отдергивает, смотри, а?